Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию краткий обзор кроссовок Nike Air Force One 07 LV8. Итак, эта модель представлена в очень необычной расцветке. Верх кроссовок комбинированный, основа натуральная кожа с перфорацией. Тыльная часть модели изготовлена из искусственных материалов. Подкладка здесь пошита из синтетической ткани. Язычок изготовлен из нейлона. По центру имеется петля для фиксации шнурками. Шнурки здесь самые обычные тканевые. Стелька вынимается для просушки или замены. Она изготовлена из пеноматериалов и покрыта текстилем. Подошва изготовлена из терморезины. По традиции она прошивается при помощи нейлоновых нитей. Страна производства кроссовок – Вьетнам. Теперь давайте посмотрим, как эти форсы будут смотреться непосредственно на ноге. Это был краткий обзор кроссовок Nike Air Force One 07 LV8. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Большое спасибо за внимание.